Пензенская область не раз доказывала, что готова прийти на помощь соотечественникам из других регионов. Наша поддержка нужна сейчас жителям Курской области, которая подверглась нападению укронацистов. Идет сбор гуманитарной помощи курянам. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Необходимые продукты питания, питьевая вода, одежда, медикаменты, средства личной гигиены, постельные принадлежности, бензогенераторы, газовые горелки, холодильники. Открыт расчетный счет для пожертвований в помощь жителям Курской области. Реквизиты и адреса точек сбора гуманитарного груза вы можете сейчас видеть на своих экранах. Также Олег Мельниченко поставил ряд задач членам областного правительства, в частности, проверить готовность к приему граждан пунктов временного размещения, чтобы в случае необходимости обеспечить им комфортное пребывание в нашем регионе, уточнил губернатор Пензенской области.